все было там. Тогда в первый раз. Тогда в первый раз, глаза в глаза, и в них неприкрытая страсть. Удары, пульсы под венам, мы упивались друг другом. Сласти за пределами, телами белыми. Мы смело делали все, что хотелось. И никаких препятствий, никаких посторонних взглядов. Среди луны мы спрятаны от вредоносных зарядов. От острых языков, пропитанных ядом. И выпускной почувствует нас. Танцуй со мной. Танцуй со мной. Медленный танец. И выпускной почувствует нас. Где мы с тобой? На фото остались. Все было там. Тогда в первый раз. Танцуй со мной. Медленный танец. И выпускной почувствует нас, где мы с тобой. На фото остались, все было там, тогда первый раз. Ну что ж, друзья, вот такой вот экспериментик. Вурнышев, Александр Солдатов, Дмитрий Тихонов, Ник Лукьянов и Денис Новиков, группа Намартиц, Мила Мишина, Карим Назаров, Рахмет Усламбовский. Да, друзья, ну что ж, вот такой вот эксперимент в живом исполнении, только акустическом исполнении, песенка выпускной. Только у меня какое-то ощущение возникло, что Александр немножко сыграл в другой тональности эту песню сегодня. Нет? Что-то я разодрал себе глотку. Видимо, в другой тональности пел ты, и я читал в другой тональности. А, ну, может быть. Вот. Ладно. Это не весь лайф на сегодня. Да, это еще не все. Есть, Денис напомню, тоже играет. Есть, напомню. Есть, напомню. Напомню, есть, что, напомню. Да, напомню, что есть сюрприз специально приготовленный к 8 марта, к этому замечательному празднику, международному